Я бы тут все по-другому сделал. Нет. Хочешь? Нет, не хочу. Я не ем мясо животных. Какое? Ну, то, которое ты сейчас запихиваешь себе в рот. Оно же было живым существом. Возможно, у него было даже имя. Это же колбаса. Какое у нее может быть имя? Знаешь, у этой колбасы может быть 30 имен, потому что ее делают из всяких останков после того, как разделают тушу. Из хвостов, ушей, всяких внутренностей кишечника и прочего. Затем все кладут в мясорубку, а потом получается то, что ты сейчас ешь с таким удовольствием. Вот так. Знаешь что? Я больше не буду есть колбасу. Я съем огурец. Можно мне огурчик? Ну, конечно, это же овощ, но, по-моему, ты много посолил. Много соли? Уберем. Сейчас, я его помою. Нет соли. Вот так. Вот так. Хорошо? Да. М? Продолжим. Соль совсем не чувствуется.